Спасибо за аплодисменты. Всем добрый вечер. Это программа «Черное зеркало», политическое ток-шоу, которое представляет редакция «Подробности». В студии программы Евгений Киселев. Здесь со мной гости. Я буду представлять их по мере того, как они будут включаться в наш разговор. А главная тема, которую мы хотели бы сегодня обсудить, это положение на востоке Украины, на востоке, на юго-востоке. Тема, которую мы обсуждали уже неоднократно, но она на этой неделе приобретает особую актуальность в связи с теми событиями, которые произошли в прошлое воскресенье. Прежде всего, я имею в виду так называемые выборы в ЛНР, ДНР. Понятно, что мы их не признаем, мир их не признает, и даже Россия сегодня уклончиво прокомментировала, да, сказала, что вот мы их уважаем, а вот между уважением и признанием есть большая разница. Кстати, что это означает, заявление путинского представителя, отдельная тема для разговора. Но все же, здесь у нас, кстати, есть люди, которые много работали на востоке. И этот вопрос я все же в первую очередь хочу к ним обратить. Вот эти люди, да, которые там, признаем, мы не признаем выборы, но мы видели своими глазами эти очереди, которые выстроились в минувшее воскресенье к так называемым избирательным участкам. Вот зачем они туда выстроились? Только ли за морковкой? Только ли за дешевой картошкой, луком, капустой? Понимали ли люди, что эти выборы означают? Что они творят? Вот они ведали, что они творят? Вот здесь у меня сидит бывший, точнее, советник бывшего губернатора Донецкой области Константин Батосский. Вот что вы по этому поводу думаете, проработав так долго там, на востоке? Добрый вечер. К сожалению, комментировать очень сложно, потому что люди, которые сейчас находятся в Донецке, находятся в абсолютной изоляции от украинского информационного поля. В Донецке не показывают украинские каналы, в Донецке нет украинского радио. Единственная радиостанция, которая более-менее прорывается и слышно очень плохо, ловится на коротких волнах, это радио 24. И в этих условиях люди, которые пришли на избирательный участок, пришли потому, что их, во-первых, запугивали. Им говорили, что надо самоопределиться, надо что-то делать дальше, и от их выбора что-то может зависеть. Во-вторых, потому что в Донецке сложилась ситуация, когда старики умирают от голода, потому что действительно они остались, с одной стороны, без средств существования, с другой стороны, без какого-либо видения будущего. И эти люди пришли за едой. И с третьей стороны... Они же могли купить еду и уйти. Зачем они голосовали? Потому что они боялись, что если они не проголосуют, к ним придут потом люди и скажут, а почему вы не проголосовали. Угу. Не надо забывать, что в Донецке сейчас царит атмосфера страха, запугивания. Ситуация. То есть очень... те, кто голосовал добровольно, по зову сердца, да, кто выбирал, так сказать, говорил, бросай этот бюллетень, до свидания, Украина, здравствуй, Лугандония, или там, здравствуй, Россия. Таких не было, да? Знаете, нельзя быть столь категоричным. Недавно Екатерина Сергацкого, корреспондент «Украинской правды», которая работала наблюдателем на так называемом избирательном участке, написала прекрасный пост в Фейсбуке, в котором читали, она читали. Сказала, что 30 бюллетеней из всего около там 100 с чем-то были испорчены, были умышленно испорчены. Там были проставлены крестики напротив фамилий всех кандидатов и были написаны обидные слова в адрес лидеров, как ЛНР, ДНР, так и России. Слова эти всем известны. И на самом деле это означает только то, что нельзя категорично судить и нельзя категорично говорить, что весь Донбасс проголосовал за, принял участие в этих выборах и выбрал себе Захарченко в качестве лидера. Это абсолютно некорректно. Плюс открыли малый участок. Такая же ситуация мы проходили на так называемом референдуме, когда... И очереди были созданы тем, что, допустим, в городе Мариуполе участки были силой открыты в здании районных администраций. То есть, когда в среднем по городу находится около 200 избирательных участков, вместо 200 их было всего 4. То же самое было в Донецке. Поэтому категоричным здесь быть ни в коем случае нельзя. Понятно. Вот у нас здесь сидит мой коллега, журналист еженедельника «Новое время», Максим Бутченко. Максим, вы ведь...
Луганский, да? Да, но мало того, что Луганский, у меня и профессия была до этого Луганская, я шахтер. У меня 12 лет подсъемного стажа, поэтому я как бы могу рассуждать это из двух аспектов. Но у вас остались там друзья, родственники? Конечно, то есть я постоянно с ними общаюсь, поддерживаю контакт, и я пережил эволюцию взаимоотношений с ними. Угу. То есть это было в начале вот такое вот уже доказывание своей позиции, потом непринятие, и теперь я остановился на том, чтобы быть выше всего этого и начать понимать и потом принимать их. Они, конечно, говорят о том, что они очень сомневаются. Я бы хотел немножко, очень коротко попытаться объяснить, почему. Так как я застал период 90-х голодных годов или лет в угольной промышленности, в это время было посткризисное время, нам, я тогда работал, уже начал работать, нам выдавали зарплату по 5-7%, выдавали зарплату крупой, сахаром, я это очень, очень четко помню. И поэтому эти голодные годы сформировали некоторый страх перед будущим. Постоянный экономический страх перед будущим. Когда начался Майдан, мои родственники говорили, у нас пенсия 800 гривен, но они боятся даже ее потерять. И этот страх со временем он стал приравниваться страх равно Киев. Когда у них возник страх, они перестали понимать, что происходит. Непонимание вызвало агрессию. Когда происходит агрессия, человека, появилась ненависть. Сейчас, на данный момент, все исходит из этого, что они до сих пор остановились на самом низшем уровне. Они боятся за будущее. Это есть определяющее. Кто-то писал тоже, я не помню, кто-то недавно писал об этом замечательно, что тоже, по-моему, на «Украинской правде», что есть целая социальная страта в обществе, которая живет вообще в другом измерении, в другом времени, в другой системе ценностей. Это межвремение и между какое географическое какое-то положение. Когда кто-то рассуждает или думает о том, что они приняли русский мир, или для них это близкая идея, это совсем не так. Или им не близка уже украинская национальная идея. Это нечто среднее, какой-то средний такой тот статус культурный, который там возник. Поэтому на данный момент, я лично знаю из того общения, они постоянно сомневаются. Они говорят, или мы то они в Украине, то они опять в ЛНР. То есть они ждут на самом деле в первую очередь каких-то экономических, стабильной экономической ситуации, и в том числе первый и второй момент это безопасность для себя. То есть самое главное, о чем мы сейчас, на чем остановился, о чем мы должны говорить, это какой-то месседж безопасности для них. Максим, а все-таки вот по вашим ощущениям, вы же общаетесь с этими людьми, вы согласны с Константином, что люди шли в основном из-за того, что были напуганы, или все же большинство шло по велению? Я общался с людьми, они шли добровольно, их шли никто добровольно. Не принуждал. Их никто не... там были, мало участков. Да, там на 40 тысяч был один участок, когда они голосовали 16 человек в минуту, это невозможно было проголосовать бы. Да, вот. Да, это все. Но я точно знаю, что это их позиция. То есть мы должны разобраться, почему они на этом остановились. Я много общаюсь с людьми в Фейсбуке, много чего я слышу. И к чему я в последнее время пришел? О том, что одно из достижений Евромайдана называют революция достоинства. Да? Вот когда мы начали приобретать достоинство. Но достоинство это еще и ценить в другом достоинство. Угу. И когда мы обращаемся к ним в ватники и все остальное, мы на самом деле их закрываем от себя. Мы должны разобраться вообще в чем причины, почему они так нестабильны, что их до сих пор мучает. Угу. Почему они хотят и в Украине быть, и не хотят быть. И в России они не хотят быть, это объективно. То есть об этом мы и говорят. Понятно. Валерий Калныш, скажите, пожалуйста. Как вам думается, у Украины есть план в отношении этих людей? Я очень надеюсь... Как их вернуть лояльность? Да, как их лишить вот этого страха, который им нет? Знаете, вот сегодня я как раз общался с еще одним нашим коллегой, это Игорь Бурдыга. Угу. Он работает в журнале «Репортер». Он буквально в понедельник приехал, он был в Донецке, в Луганске. Он там провел 3 недели вот последних, с учетом выборов. И мы тоже, естественно, мы говорили о том, почему люди шли голосовать. Так вот, у него сложилось такое впечатление, что вся вот эта псевдоизбирательная кампания, одним из главных лозунгов было не только самоопределение, а это была некая надежда на мир, что после того, как появится у этих псевдообразований какой-то официальный статус, пусть хотя бы иллюзия официального статуса, то это будет первый шаг на пути к миру. А когда речь идет о мире, то людям, по большому счету, все равно.
признает эту территорию отдельным государством, не признает. Люди настолько устали, что они готовы поверить даже вот эту иллюзию мира. Ну вот смотрите, Валера, а сегодня кабинет министров Украины официально принимает решение отрезать контролируемые боевиками территории Донбасса от финансирования из государственного бюджета. Вот. Вот это первый шаг, потому что мы... Какой месседж посылаем мы? Мы, с одной стороны, мы не можем достучаться до этих людей. Угу. Коллега из Донецка абсолютно прав. Единственный наш ресурс, который условно можно было задействовать, это СМИ, его там нет. Они не знают о нас вообще ничего. Нет, ну он там есть, извините, пожалуйста. А что они там смотрят? Или смотрят, не смотрят телевидение, я знаю ЛНР. Российское телевидение? Нет, украинское телевидение. Те, у кого есть тарелки, те смотрят. Там нет Твиттера, но есть ТВА, есть и другие телеканалы украинские. У них есть доступ. Но вопрос здесь в том, смотреть-то они могут. У нас главный вопрос, они нам верят или не верят. Да, да, то есть доступ есть к информации. И делают ли они выводы о том, что надеясь на мир и идти на голосование, через сутки получить возобновление минометных обстрелов? Не может дотянуться до этих территории. Государство принимает репрессивное, жесткое, однозначное решение по отношению к тем людям, которые принимают для себя вот эту психологию боевиков и которые вольно, невольно готовы с ними мириться. С одной стороны... Так нет, вот это, чего это мы вот... от них ждем? Я имею в виду, ну, не мы вот здесь собравшись, чего государство от них ждет? Чтобы они подняли восстание, к примеру, да? Ну, я думаю, против что, лидеров ЛНР, ДНР? Нет, я думаю, что ожидание... Или чтобы они ожидание восстания прошло. Быстрее, что называется, валили в Россию. Про восстание говорили в июне, в июле, и спрашивали, почему воюем мы, а они воюют за нас. Поэтому это уже прошло. Это решение, которое государство принимает, руководствуясь вопросами экономики, но не думая о людях. Они не собираются тратить без того небольшие ресурсы, которые есть у Украины, непонятно куда. Правильное решение, Сергей? Вот спрашиваю вас, это как у представителя там, люди, президентской партии. Люди на Востоке пошли голосовать, потому что их спровоцировали идти голосовать. Угу. Путину были необходимы эти выборы для того, чтобы то террористическое образование, которое там сформировалось, институциализировать. Для того, чтобы оно выступало субъектом какой-то региональной или межрегиональной, но внутренней в рамках страны политики. Для того, чтобы через полгода, после того, как в ДНР и ЛНР будет примерно 30% безработицы, а это самый оптимистический прогноз, после того, как задержки по выплатам пенсии и всевозможных других пособий составят несколько миллиардов гривен, повести этих людей в Киев за этими пенсиями и этими зарплатами. Это четкий геополитический план Путина спровоцировать в середине нашей страны гражданское противостояние, а попросту войну между Восточной Украиной и европейской частью Украины. Это первое. ЛНР, ДНР к военным действиям против Украины. Второе. Эти все события произошли, к сожалению, после кощунственной, беспрецедентной, небывалой за всю историю нашей страны, тысячелетнюю историю нашей страны, государственной измены первого правительства и первого переходного или исполняющего обязанности президента страны. Я глубоко убежден, что Крым был не сдан... Это вы о Турчинове? Я глубоко убежден, что Крым был не сдан, а продан той переходной властью, которая существовала. Это первое. Второе. Извините, я не ослышался, Сергей. Не ослышались. Я один из первых политиков, которые приехали на Восток тогда, когда развивались события на Востоке. И я неоднократно звонил нашим силовикам и говорил о том, что там начинается что-то очень похожее на отделение, но уже полноценное, масштабное, глубокое отделение этой части, причем руками Путина, с инвестированием в эту сепаратизацию огромных средств. Но, к сожалению, никто не слышал и никто не верил, что эти события происходили. А мой кто комитет, не слышал? Разрешите, я закончу. Мой комитет по вопросу национальной безопасности и обороны собирался 39 раз. Мы направили Турчинову и Яценюку 39 пакетов полных рецептов для решения этой проблемы. Я сегодня ответственно заявляю, это война, это потеря территории. А почему вы раньше об этом не говорили, Сергей? И последнее. Раньше не говорили об этом? Я всегда это говорил. Поднимите, пожалуйста, все мои выступления. Я вам больше скажу. Угу. Я сразу зарегистрировал проект постановления в Верховном Совете Украины о создании временной следственной комиссии,
о расследовании государственной измены теми политиками, о которых я говорю. Но это самое мелкое из преступлений, которое было совершено. Потому что было совершено второе преступление. Это то, что до сих пор в нашей стране продолжается плодиться коррупция. До сих пор в нашей стране у премьера нету плана реформ. И за эти полгода, чтобы вы знали, правительством было проигнорированы все обязанности по координации работы в зоне АТО. Чтобы вы знали, в соответствии с законом Украины по борьбе с терроризмом, именно премьер и правительство, это четвертая статья, несет полную ответственность за всю антитеррористическую операцию в стране. Сегодня, говорят, нету чем кормить солдат, нету кормить чем солдат. Руководитель госрезерва заявляет, у нас есть 2 миллиона единиц банок тушенки. Но премьер не хочет брать эту тушенку, потому что и правительство принимает решение. Подождите, Сергей, Извините. Я вас перебью. Вы хотите знать, послушать здесь лозунги или информацию? Я просто хочу вас спросить, а вот после того, как вы такие резкие вещи говорите, как же вы там коалицию-то будете составлять? Медицинская. Я сейчас поговорим о коалиции. Дальше. Медицинское оборудование, современнейшее медицинское оборудование, которое есть в госрезерве, медицинские препараты, которые есть в госрезерве, сегодня Кабмин не может собрать и согласовать передачу бесплатную нашим солдатам на это все дело. Вот сегодня, буквально, вот в эти дни, вот в эти часы, это невозможно. Вместе с тем есть теплая одежда. Я вам открою большой секрет. У нас есть достаточное количество теплых палаток и буржуев для этих целей. Кроме прочего, за эти полгода в зону АТО, в Макеевку, было перечислено несколько сот миллионов гривен на научно-конструкторские и опытные работы правительством. Вдумайтесь, в Макеевку, полностью контролируемую Путиным, там, где господствуют даже не царит и не правит, а господствуют террористы и бандиты, было пересчитано вот такие суммы. Да, и 3 миллиарда гривен за долги, которые были сформированы предыдущей правительством, предыдущей семьей, собственно, Угольной промышленности. Мустафа Наем, ваш коллега. Мустафа, он не депутат и не может, к сожалению, начать расследование. Я сегодня обратился в генеральную прокуратуру. Вот он, тем не менее, цифру-то приводит в 3 миллиарда почти гривен, перечисленных на различные предприятия угольной отрасли. К сожалению, можно продолжать бесконечно. Этих преступлений против государства совершено огромное количество. Это все жизнь правительства. А какая же жизнь простых людей? А знаете, что за последние несколько месяцев покупательная способность пенсии упала на 40%. У нас была 1450 средняя пенсия при долларе 8. Сейчас доллар 16, и нужно покопаться. Покупательная способность на 40%. Не ответили. А как же 2 миллиарда гривен. Как же вы с таким настроением, извините, коалицию будете творить? Формула, по моему личному мнению. Спасибо. По моему глубокому убеждению, и я позволю себе не согласиться с президентом, успешное правительство в нашей стране может быть лишь по двум формулам. Яценюк не премьер-министр, и вторая формула. Премьер-министр не Яценюк. Это официальная позиция вашего блока? Тарас. Пане Тарас, ви хотіли щось додати? Ну, власне кажучи, те, що сказав Сергій, я можу підтвердити зі своєї сторони, як аналітика, який теж ті речі досліджував. Я з березня, кінця березня місяця, не знаю, разів 100 скрізь, де тільки міг достукуватися, говорив про факт державної зради і відверту здачу територій. Здавали відверто Луганську область, реально здавали Донецьку область, здавали реально Одесу. По Одесі я спеціально цим займався, відбувався. Саме факт такий. Але давайте відходимо від минулого, дивитися в майбутнє. Ну так, да, от сьогодні. Потому что мы давайте не будем пересказывать новости за в этой стране за 23 года хоть один сядет за государственные преступления. Обобрали людей. Сергей, вы теперь во власти. Вам каждый в руки сажайте. Четыре президента, ни один не сидит в тюрьме. Около сотни министров за 23 года, ни один не сидит в тюрьме. Порядка 2000 народных депутатов разных созывов, ни один не сидит в тюрьме. Зато в луже, в бедности, в погребах, умирая с голоду, сидят как на Донбассе, так и здесь люди. Сергей, а почему у вас такая... Я одного не могу понять, это серьезно.
Вот все заметили присутствующие, Сергей это представитель правящей партии, но звучат нотки такой оппозиции, глубокой оппозиции. Почему так происходит? На последней нашей и кому встрече, в оппозиции? Да, на последней нашей встрече я говорил очень простые слова. Эту страну, нашу страну, спасет только жесткое руководство, не диктатуры, а диктатуры реформ, стремление к порядку, жесткой люстрации. Все седут на закон, который мы приняли, где сегодня находится автор, в том числе вот Деревянко, и я соавтор этого закона, Еленко тоже. Да этот закон нужно утроить по силе, нужно провести политическую люстрацию, нужно запретить баллотироваться 90% политиков, которые баллотируются. Так, чисто аналітичного плану, я з дуже батьма речами погоджуюся, але щодо того, як вони мають бути далі в коаліції. В коаліції, в тому ж самому Народному фронті є дуже багато абсолютно адекватних, нормальних людей, і ті ж самі комбати, які є абсолютно адекватними. Можливо, вони десь нарвані за свою поведінку, тому що таке пережити важко після того бути спокійним. Але з цими людьми треба створити коаліцію, тільки треба все-таки дуже жорстко поставити, що є якісь речі, за які не можна переходити за поступки. А тепер трошки вертаємося до ситуації на Донбасі. Ми бачимо прекрасно, що ті псевдовибори, які відбувалися, вони фактично виконують кілька функцій. Путін не робить однополісної політики. В нього завжди є кілька завдань, які він втілює. Одне з цих завдань – це дійсно десь частково легітимізувати спроби, а може й вдасться повністю легітимізувати. Не вдасться, то хоча б частково. Другий варіант – підвищити рівень протистояння і рівень градусу напруги для України. Мовляв, далі створити якусь нібито субструктуру, якось її оформивши, якій можна там давати більше ті озброєння, нехай не офіційно, але яка буде володіти цим озброєнням. І ще один момент, який не останній, особливо в світлі сьогоднішніх чуток, я надіюсь, що вони підтвердяться. Я знаю досить, навіть особисто був, коли знав цю людину Безлера, якщо підтвердиться факт про те, що він вже відійшов до пекла і горить в смолі, то я думаю, що це буде ознака ще одного моменту, що, можливо, Путін, плануючи всероз і надовго замороження конфлікту на цій території, планує теж через ці вибори встановити лояльних, смотрящі, які відповідають за Донбас, через яких він там буде здійснювати своє управління і їхніми руками, крім всього іншого, винищити всіх неугодних. Для України, для всієї держави, що в цій ситуації робити? Можна розказувати, що ми маємо там дбати про людей. Так, очевидно, ми маємо зробити від себе належні кроки, щоб не допустити гуманітарної катастрофи. У мене інше питання. А ми це зможемо робити, коли ми постачаємо електрику, підривають бойовики вишки, підривають підстанції, стріляють по підстанціях, посилають туди ремонтні бригади, вони розстрілюють ремонтні бригади. Не так давно 5 людей загинуло, ремонтників, електриків. Чи ми зможемо це зробити? Ситуація дуже подібна, тільки меншим градусом накалювання з Кримом. Проблема розв'язати проблеми Криму зараз з забезпеченням, без так званого сухопутного коридора, а мені здається, Путін вже не ризикне на нього йти. Занадто великі жертви, занадто великі втрати, занадто великий результат від цього світу. Але можна дуже просто. Це ж не держава забезпечує торгові точки і все інше. Забезпечує бізнес. Відкрити проблеми, які вони самі створили на граниті, оті кілометрові черги зняти, зробити спрощений пропуск в Джанкої, там, Перекопську і всіх інших, і пустити нормально всі фури, які будуть завозити звідки завгодно, звідки дешевше. З України, з Білорусі, з Росії, давши їм зелене світло на українському кордоні, що можемо ми цілком, в принципі, для мирних вантажів дати. Але Росія, розуміючи, що в неї виникають проблеми в Криму, далі стримує допуск туди продуктів. Тому думка про те, чи буде гуманітарна катастрофа, чи не буде, чи в Криму, чи на Донбасі, Путіна особливо не хвилює. Це не та людина і це не та система влади, при якій люди мають якесь значення, якийсь зміст. Помруть з голоду, не помруть з голоду, ну це сталінська система чи гітлерівська система. Різниці нема. Тому очевидно, що по частині фактів забезпечення, тих, без яких буде гуманітарна катастрофа, ми десь будемо старатися їх ще реалізовувати як держава. Все питання в тому, чи довго ми зможемо це реалізовувати. І не тільки з економічних, а й з чисто безпекових питань. Я думаю, що за місяць, півтора-два, будь-яке забезпечення і електрикою, і газом, і всім цих окупованих територій фактично припиниться. І це треба розуміти, що відбудеться. Чи ті люди, які сьогодні стають ці блага від України, не оплачуючи за них нічого Україні, чи вони сприймаються як подарунок від України? Очевидно, що ні, тому що дійсно створений певний або вакуум інформаційний, або загнаність певна така, що ті, хто думають і сприймають, навряд чи щось зможуть нормально почути і зрозуміти, або зможуть це висловити. В цій ситуації, ну я думаю, що нам зараз основне все-таки питання, це думати про те,
як уберегти ту лінію завороженого конфлікту від гарячої стадії. Це зовнішньополітичні питання, це зміцнення нашої армії, це от сьогоднішня прекрасна операція біля Донецького аеропорту. Нам спочатку треба встановити військовий цей бар'єр. І нарешті, я закінчу останню фразу, позбутися популізму. Ми весь час говоримо «війна до переможного кінця». Це дуже красиво звучить. Але всі ті ж самі, хто говорить це, говорять, ми ж воюємо не з терористами, воюємо з Росією. Війна до переможного кінця передбачає парад перемоги. Парад перемоги де? Повірте, якщо з Росії, то не в Донецьку. Парад перемоги на Красній Площі в Кремлі. Смішно? Смішно. Неможливо зараз це. Тому треба розуміти, що навіть заморожений конфлікт сьогодні, мабуть, для нас є варіантом. Павло, спасибо. Григорій Михайлович Немиря, хотів би к вам обратиться. Смотрите, во-первых, как вы трактуете, как вы интерпретируете вот заявление господина Ушакова, представителя Владимира Владимировича Путина, про то, что вот мы как бы не признаем, а уважаем выборы? Господин, что за этим стоит, на ваш взгляд? Господин Ушаков опытный дипломат. Да, бывший посол в США. Дипломат, бывший посол России в США. Он, если не ошибаюсь, уже 6 лет является главным дипломатическим советником Путина. И, безусловно, в этой его корректировке, естественно, есть понимание очень важной линии, которую Россия при всей своей напористости, нахальности и брутальности опасается переступать. Какая это линия? Это линия, когда Россия будет открыто обвинена через формальное признание результата выборов как легитимными в том, что она нарушает те же Минские договоренности. А Россия этого не хочет делать, потому что пока эти Минские договоренности играют на ее пользу. И поэтому я бы рассматривал так называемые выборы на Донбассе как часть более широкого процесса, а именно тактика и стратегия России не только по отношению к Украине, но и к более широкому региону. Что это означает? Когда говорят, что вы, партия «Батьковщина», не правы, когда вы критикуете Минские соглашения, Минский протокол от 5 сентября. Потому что альтернатива этому была бы братоубийственная война, тысячи еще новые жертвы. А почему считаешь, что альтернативой Минскому процессу или Минскому протоколу должна была быть война? Мы предлагали альтернативу. Это Женевский формат. Не Минский формат, а Женевский формат. Григорий. И тогда бы о чем шла речь? Речь шла о том бы, что не сейчас не ОБСЕ контролировал бы то, что она не может по определению контролировать или верифицировать. А контролировал бы Соединенные, потому что не может. ОБСЕ, как международная организация, там каждая страна, включая Россию, имеет право вето. И когда сделали иллюзию, что якобы ОБСЕ в рамках 12 пунктов Минского протокола сможет проконтролировать, нарушается ли режим границы, то изначально было понятно, профессионалам было понятно, что это невозможно. Что бы дал... Я вас спрашиваю для того, чтобы было понятно непрофессионалам. В этом смысле... В этом смысле альтернатива Минскому формату, Минскому протоколу должен быть и не поздно. И мы увидели, что президент наконец-то прислушался к этому и обратился к Соединенным Штатам с предложением возвратиться к Минскому формату, на что сразу же отреагировал МИД России. Григорий, Григорий, давайте, МИД России, давайте все же поговорим о Донецком формате. Давайте поговорим о том, к чему вы пытаетесь так прийти, о создании Новороссии. Вы, кстати, сами из Донецка. Мне интересно, когда вы там последний раз были, знаете ли вы хорошо настроение людей? И вопрос к вам и к Ирине Веригиной, человек, который проработал потом Ирина. Насколько люди там зависли вот над этой пропастью? Ни мира, ни войны. Они висят над черной пропастью. Вот куда они готовы метнуться? Будет ли это Новороссия? Пойдут ли они войной, как говорит Сергей Накиев? Понятно. Минский формат — это как раз ситуация ни мира, ни войны, которая позволяет создать зону перманентной, постоянной нестабильности. Долго ли люди провисят в этом состоянии? В этом случае ни мира, тактика поведения людей. И у меня остались друзья там. Я последний раз был в мае месяце на Донбассе. У меня остались друзья и в Донецком университете. Многие из них, правда, уже выехали после того, как туда зашли с автоматом. Чем мотивируются люди? Люди чувствуют себя в абсолютной опасности. У них впереди 4 тяжелых месяца зимы, которые нужно как-то выжить. Их поведение диктуется приоритетом выживания. И когда им сказали, что если вы придете, вы получите какие-то свидетельства, карточки, на которые потом мы что-то, может быть, будем перечислять, это один мотив. Но они же не просто пришли на эти выборы. Перед этим 4 месяца люди не получали пенсии.
люди не получали зарплаты, люди не получали стипендии, социальные выплаты. Я считаю, что была допущена серьезная ошибка. И об этом, кстати, Тарута говорил, когда вместо того, чтобы эти вещи урегулировать, будь в каком формате, Минском, не Минском, Женевском, Григорий, нужно поднимите голову, пожалуйста. Посмотрите, вот у нас интересная карта, ее распространяют на дугинских сайтах, размещают вот сейчас. Да, это вот как бы это их идеальное мира, видение, да, Украины, Новороссия, Малороссия. Проханову, ну, Дугину и тем, кто определяет сейчас идеологию внешней политики России. В этом смысле, когда Тарас говорит, что вот нужно как бы дать Путину закончить создание этого замороженного конфликта, и может быть он остановится, он ошибается. Вот какой план дальше Путина. Замороженные конфликты могут нарезать дальше, как салями. И как домино это пойдет. Потому что в этом смысле и Минский, кстати, процесс, к сожалению, позволяет это сделать. Поэтому что мы предлагаем? Мы предлагаем вернуться к Женевскому формату. Первые три приоритета, которые должны быть достигнуты, это полный отвод российских войск и российского вооружения с территории Украины, но не под контролем ОБСЕ, а под контролем Соединенных Штатов Америки, Европейского Союза, Украины и России, но с элементами контроля над вооружениями, так как это было, включая космическую разведку, включая неожиданные визиты. Только американцы и европейцы совместно с Украиной и Россией, это будет тест для России, насколько они готовы, потому что они утверждают, нет нашего оружия, нет наших вооружений. Это первое. Второе, что должно быть сделано, это практически очень трудно России будет этому противиться. Действительно, пункт, который есть, обмен всех на всех военнопленных, заручников, должен быть выполнен. Почему Надя Савченко в Москве, как символ Украины, которую хотят задушить, есть? Почему те сообщения, что наша служба безопасности, наша разведка или контрразведка задерживает российских офицеров? Где эти российские офицеры? Кто их показал? Почему нет суда на них? Хоча я, на відміну від вас, ні депутат, ні не представник рефлексуйте, Георгій, просто надо на кого-то смотреть. Я просто всього безробітний аналітик, але я можу відповів одну маленьку річ. Все дуже правильно ви говорите. Обама був готовий до таких кроків. Зараз ситуація кардинально міняється. І те, що ви зараз говорите, я дуже надіюся, не на 100%, а на 75%, можливо, стане реальністю. Маккейн, який йде на голову відповідного комітету, більшість республіканців, незадоволення Обамою, можливо, дасть цей результат. Ви згадайте, скільки сил Обама кинув цю перезагрузку відносин з Росією? Тарас, я вам відкрию невеличкий секрет. Від Женевського формату відмовились не Сполучені Штати, від Женевського формату відмовились Україна. А вот я прошу прощения, у меня вопрос к Ольге Курносовой. Здесь у нас присутствует приехавшая к нам из России Ольга Курносова, которая является одним из активистов движения против войны с Украиной. И одна из учредителей комитета в поддержку Майдана, да? Да. Я правильно? Да, абсолютно. Ольга, вот извините, у нас тут так уж повелось здесь, в Киеве, как кто-то из Москвы приезжает, сразу тест. Вот оппозиция, когда победит в России рано или поздно, и, предположим, вас изберут президентом, вы Крым Украине вернете? Обязательно. Спасибо, потому что очень многие наши российские гости, которые сюда приходят или связываются с нами по какому-нибудь телемосту, на этом месте начинают буксовать и говорить, как бы... А вы знаете, все очень просто, на мой взгляд. Либо ты принимаешь мировые правила, а по мировым правилам игры сегодня Крым украинский, либо ты... Либо ты страна-изгой, и вот ничего другого нет. Нет третьей позиции. Либо так, либо так. То есть, вне зависимости от каких-либо превходящих обстоятельств, условно говоря, Крым должен быть рано или поздно возвращен Украине, так как в свое время Франции вернули Эльзас и Лотарингию. Абсолютно верно. Ведь опять-таки напомню, вот вся эта спекуляция на Хрущеве. Да? Россия вот в той истории получила тоже часть земель. Да, почему-то сейчас... Советский Союз. Советский Союз, РСФСР, да? Да. Давайте сейчас Украина начнет говорить,
А почему Кубань не забрать? Да, у нас тоже есть какие-то претензии. Ну, на территории в Ростовской области и так далее. Абсолютно верно. Но я не об этом вас хотел спросить. Вот вы видели эту карту, да, которую мы сейчас показали, да? Вот на ваш взгляд, насколько сильны в российском обществе и в российской политической элите вот настроение, то, чтобы сказку сделать дуэль? Это стало реальностью. Ну, вы знаете, мне кажется, что, если говорить про общество, конечно... Нормальный человек нигде, ни в Украине, ни в России войны не хочет. Это нормальная психология нормального человека. А Украины отхочет? Ну, это вот, вот уже, когда есть какие-то психопатические явления, да, а типа Дугина... А что тогда 85% населения поддерживают? Ну, понимаете, в тоталитарной стране проводить социологические опросы странно. Это вот правда. Мы с вами немного помним Советский Союз. Там вообще 99,99% голосовало за представителей единого блока коммунистов и беспартийных. Поэтому вот товарищи путинцы еще отстают от тех показателей. Ну это правда. У меня был один из моих учителей там, в телевизионной профессии, покойный Всеволод Михайлович Вильчик, основатель, по сути дела, там, телевизионной социологии. Вот, все, что мы сейчас меряем рейтинги, это он в свое время придумал. Он вообще был специалист по вопросам общественного мнения. Он говорил: Евгений, знаете... Вот к опросам общественного мнения на постсоветском пространстве надо относиться так. Люди еще помнят, что такое, когда пришли и постучали ночью в дверь. Абсолютно верно. А во время опросов приходит незнакомый человек и начинает задавать вопрос. А вы президента поддержите? А вы за кого на выборы голосуете? Тут, знаете, никак в Америке. Если возвратиться, то я не помню, в каком, в 89-м, по-моему, или 90-м было известное эссе Солженицына «Как нам обустроить Россию». Угу. Да, и главный посыл этого, эта карта была, только более широкая карта. Где и в каком количестве, и в какой концентрации проживают этнические русские или русскоговорящие. Да, вот если за пределы Украины вынести эту карту, то там будет и Казахстан, там будет и Беларусь, там будет и Латвия, Балтика, там будут балтийские страны, и Польша, там будут прочим. Страны и дальше. И в этом смысле, я еще раз возвращаюсь к теме, в этом смысле участие Европейского Союза, чтобы эта логика дальше не перешла на Балтику, на центральную... Григорий, я вам могу напомнить другую историю. 2008 года, когда Россия вторгалась на территорию Грузии и, ваша, и расчленила ее, и, извините, но ваша политическая сила в это время прятала голову в песок. Вы меня отряды ждали очень долго. Давайте вспоминать, когда уже все. Потому что в тот момент вы участвовали в переговорах с Россией. Знаете, я не хочу вас извинять. А теперь говорить о том, что мы ждем поддержки Запада. Запад тоже не слепой и тоже не с короткой памятью. Вы журналисты должны уважительно относиться к фактам. Факт. Я был назначен представителем правительства Украины в грузинском конфликте. 9 августа, я был уже там, когда российские танки шли на Тбилиси и остановились за 25 километров. Я был как вице-премьер-министр. Мы долго спрашивали тогда у премьера, агрессора не России, и долго ждали ответа. Я хочу на него ответить. Второе. Первые деньги, 25 миллионов долларов, пришли в казначейство Грузии от правительства Украины. От правительства Украины. Правительство Украины поддерживало грузин, но при этом прятало голову в песок и вело переговоры с Путиным. Я не знаю, кто прятал. Я вам хорошо, ладно. Факты, кто старая, помянет, тому глазу. И третье, что я хочу сказать. Знаете что? Когда вот такое вот обвинение, а это же обвинение, оно родилось тогда. Знаете, что это было частью? Это было частью борьбы тогда господина Ющенко с премьер-министром Тимошенко. Вот если эти темы сейчас, я услышал очень тревожный сигнал, кстати, от коллеги Каплина. Языка сняли, да? Вот. В этом смысле, если вот такие же необоснованные обвинения будут просто бросаться безответственно, то мы, кстати, потеряем главное свое преимущество. Есть три сценария дальше развития событий. Первое, или мы быстро мы начинаем делать вещи, и коррупция здесь. Наша победа на фронте начинается дома. Здесь она должна начинаться. И мы не должны дальше продолжать говорить о коалиционных соглашениях больших, а делать и начинать работать, формировать уровень и идти вперед. Второй сценарий. Россия продолжит удушать Украину через вот такие псевдовыборы, недовыборы, но уже не только в Донецке и в Луганске, а и в других городах. Весной, по-видимому, в Херсоне или дальше. И третий сценарий – это хаос. Когда ни первый, ни второй, а просто тут все взорвется. Григорий, учитывая количество оружия, которое распространено. Извините, я вас перебиваю. Поэтому я бы коллеге Каплину предложил бы более осторожно. Вот смотрите, два подхода, да? Смотрите, значит, президент сегодня заявляет, он надеется, что Донецк скоро будет освобожден. А Кабмин официально отрезает Донецк
Луганск от бюджета. Вот Дмитрий, как, это, только как два... это монтируется одно с другим? Давайте уже раз. Единая стратегия коммуникации, которой сейчас нет. И не коммуникации не столько с Западом, а с нашими, да, гражданами, нашими соотечественниками, которые строят продолжают жить есть, на Донбассе. Знаете, есть на самом деле есть. Только два, да, я как раз уже упомянули мою фамилию, я буквально одну секунду. Да. Есть только два сценария развития ситуации. И не нужно здесь говорить о каких-то внешнеполитических, дипломатических, международных решениях. Говоря о Европе, об Америке, хочу сказать, дорогие друзья, мы, наша страна, и эти обычные, простые, уже нищие люди, и на Востоке, и здесь, чужие на этом празднике жизни. И никто, кроме нас самих, спасать нас от сепаратизма, кризиса, проблем не будет. Это первое. Второе. Есть второй сценарий. Или осенью, вернувшиеся из зоны АТО солдаты, с не всем возвращенным оружием, вместе с шахтерами, вместе с крестьянами придут в пятницу, когда собирается премьер-министр с правительством и Верховный Совет Украины, в Верховном Совете Украины, и по улице Грушевского, Институтского погонят народных депутатов и весь состав правительства расстреливать на стадион имени Лобановского, или до осени мы опомнимся и начнем системные, серьезные, кардинальные реформы. Никто не будет собачиться. И самое большое... Вот мы идем в Европу. Знаете, какое самое большое преимущество Европы? Они за эти тысячи лет научились одной очень важной вещи. Научились договариваться. Только я акцентирую внимание, не делить портфели и не разбивать правительство и по квотам, а именно договариваться об интересах страны. И я прошу прощения, вы сказали о том, что... Минутку. Да. Вы сказали о том, что вернуться... Бойцы с фронта, вернутся командиры добровольцев и рядовые добровольцы с фронта и начнут гнать депутатов, членов Кабмина и так будет далее. Системных, начните. Серьезных реформ и борьбы с коррупцией. Добрий вечір, шановні колеги. Я хочу сказати таке, що за 6 місяців з моменту Революції Гідності нічого реально системно не змінилося. Кожним... Януковича немає, а схеми Януковича далі працюють. І це абсолютний факт. Ми тільки за... Ну це факт, реальний факт. Ми тільки встигли зупинити 1,7 мільярда кіотських грошей протоколу, як починають фінансуватися шахти під АТО, які фінансуються під реструктуризацію. Яка може бути реструктуризація, коли там іде війна? Тому якщо нічого не зміниться, дійсно люди, патріоти, прийдуть і вижнуть всіх можновладців геть. Це абсолютно... у вас позивного тіла, да? Вот здесь, я просто здесь не сориентировался, это я вас должен был спросить. Да. Пойдете, вернувшись из фронта, разгонять депутатов и министров, если все так дальше дело пойдет? Всі зараз про це балакують, дійсно, що можливо така ймовірність дійсно є. Коли це станеться, яким чином, зараз сказати важко. Скажу, ваш батальйон Святая Мария, там какі настроєння? Батальйон Свята Марія тримає свої позиції оборони колись як міста Маріуполя, і поки що у нас таких розмов між собою не... Київськими ділами не інтересуються? От я вам скажу, що люди на фронті, вони дуже, ну, зараз дуже далекі від Києва, від усіх цих проблем, інтриг, політики, які відбуваються зараз в Україні. Багато хто навіть не знає... Є відчуття, що зріють недовольство серед бойців? Ні, це завжди є і присутнє, але от ніхто не вникає, чи як це сказати, в глибоко ніхто не копає, от що воно, до чого там інтриги, вибори, перевибори. Навіть от коли були вибори, навіть більшість бійців не знала про їх, що вони будуть відбуватися. Тобто люди, звісно, переймаються більше захисту вітчизни, батьківщини. А невдоволення, звісно, наростає, але це другорядне питання. Понятно. Ну хорошо, давайте спросим о том же самом у Сергея Мельничука. Вы как бы едины теперь в двух лицах. Вы прошли в Раду, да? И с другой стороны, представитель тех самых полевых командиров, которые в случае чего придут вас же разгонять. Ну, первое, то, что хочу поддержать, это товарища Каплина. Угу. 24 апреля этого года было письмо к президенту, к министру обороны и секретарю РНБО,
что если они мгновенно не предпримут какие-то меры, то будет то, что случилось. И если они это не сделают, то они будут судимы народом. Это письмо было написано от общественных организаций Луганской области. Это письмо есть. Мы сколько ни пытались это письмо обнародовать, вот, ни один канал к нам не пошел навстречу. Вы скажите, какому президенту? Что это был Турчинов. Турчинов, да, Турчинов. Никто ничего не сделал тогда. И вот началось вот тогда дальше создаваться батальоны, начали делать самооборону. И это реально было? Меня больше всего поразило то, что тогда тем людям, которым доверили власть, то бишь Яценюку, вот, стали под него все полевые командиры, которые были в самообороне Майдана. Вот это меня больше всего поразило. Да. Вот. Ну а теперь как? А дальше посмотрим. На, то, что народ недоволен, я имею в виду, народ это бойцы, это негодование нарастает, то, что ничего не делается. Последний вариант, то, что мы, вот вертолетная площадка, которую, вот, которую мы, ну, забрали фактически у той же семьи и отдали прокуратуре. Она снова начинает гонение. Мы просто показали факт. Вот, власть, вы не смогли, мы вам вот показали, передали документы. Ну, некоторые бойцы, насколько мне память не изменяет, собираются не с представителями нерадивой власти выяснять отношения, а с депутатами, избранными от оппозиционного блока. Оппозиционного блока? Ну да. Есть такие моменты. Так сказать, кто-то там опять пытается устроить люстрацию. А люстрацию нужно делать. Почему людей, которые приняли законы 16 января, почему их пустить... Нет, ну подожди, за них все-таки сотни тысяч людей проголосовали. Они согласен. Что, полтора миллиона, грубо говоря. Да? Они что, второго сорта? Нет, дело в том, что эти выборы, да, их нужно было признать, но начинать надо было выборы сначала с местных советов, вот, убрать ту власть, которая на местах стоит, которая эти выборы сфальсифицировала, а потом только делать выборы вверх. Поэтому этот депутатский корпус, который есть, это временный корпус. После того, как пройдут местные выборы, вот тогда будут настоящие выборы. Понятно, понятно. А сейчас вот, Ирина, хочу к вам вернуться. А вы согласны с такой постановкой вопроса, что, мол, может, надо было вообще с местных выборов начинать? Вы знаете, первое, что необходимо было сделать, это было снять депутатскую неприкосновенность. Второе, отдать под суд тех депутатов, которые голосовали за 16 сечня. И тогда бы они повторно не прошли Верховную Раду. И тогда не надо было бы проводить сейчас, их люстрировать, потому что они бы уже давно были через суд. Они уже давно были бы уже под судом. Это первое. Второе, те выборы, которые произошли сейчас на Донбассе, все было намного раньше. Дали возможность провести референдум 11 мая. И как раз в это время мы с Сергеем... Про этот референдум уже все давно забыли. Они забыли. Они забыли, но это была предпосылка. И после того, как провели референдум, те люди, которые его провели, они остались на свободе. Ни одного человека не задержали. Да, батальон «Айдар» пытался задержать одного-двух депутатов городского совета, которые полностью проводили этот референдум, полностью платили деньги за этот референдум. Но это было незаконно, и они их отпустили. Хотя ребята понимали, они видели, как это все происходило там, на той территории. И сейчас и мэр Кравченко, и многие представители других городов находятся сейчас на этой территории. И если посмотреть инаугурацию Плотницкого, который был несколько дней назад, на этой инаугурации были представители коммунистической партии. Эти представители, такая есть Неля Акоповна с города Рубежного. Город Рубежный — освобожденный город. Но она присутствовала в Луганске на инаугурации Плотницкого. То есть он спокойно... Одного из похитителей Нади Савченко. Потом она спокойно опять приехала в Рубежное, и она находится в Рубежном. А таких, как Нель Акоповна, очень у нас на Луганщине много. Это Юлия Ивановна в Кременном и так далее, и так далее. То есть депутаты, те, которые проводили местных советов, они остались на свободе. И поэтому это дало возможность провести сейчас выборы,
псевдовыморы в ЛНР, ДНР и так далее, и так далее. Если бы тогда понесли уголовное наказание эти люди, которые проводили псевдореферендум... Мы опять возвращаемся в прошлое, а, как известно, что сейчас необходимо делать? Слагательного наклонения. Сейчас прошли выборы. Сейчас необходимо отбросить все политические амбиции, объединиться, создать коалицию, принять законы. Первое, это, конечно, снятие депутатской неприкосновенности, чтобы теперь депутаты голосовали. Погодите, мы сейчас уйдем совершенно в какую-то другую стихию. Усилить обороноспособность нашей страны. Какой план действий для того, чтобы вернуть? Вот Порошенко говорит, мы скоро вернем, я уверен, мы скоро вернем Донбасс. Вот как это сделать? Какой план действий? Первое, второе, третье. Вернуться. Первое, это так как у нас гибридная война, поэтому у нас и гибридные решения. Первое, это правильно, я поддерживаю Григория Немыря, это вернуться к женевскому формату переговоров. Это просто необходимо. Нравится это России, не нравится, хорошо, но мир должен посадить за стол переговоров России. Второе, это выделять средства на обороноспособность нашей страны. Третье, это вести переговоры с НАТО. Угу. Потому что мы надеемся, что 12 ноября в Америке в Конгрессе пройдет слушание по Украине. И есть предпосылка того, что Америка поможет нам военной техникой. Это же надо, чтобы закон был принят, законодательный процесс. А для этого нам нужно признать, что у нас не ОТО, а у нас война. И об этом необходимо говорить. Окей. Хорошо. Извините, а вот вам вопрос во всем. Вопрос на засыпку, что называется. Все-таки, когда мы говорим, что надо, там, мы будем стремиться вернуть Донбасс, да? Мы говорим о территории или о людях? Мы говорим и о территории, и о людях, которые там живут. Потому что не все могут люди уехать. Захотят? Я Київського району. У мене стоїть, мови тільки дворі, 4 машини з доменецькими номерами. Не лексуси, не мерседеси, звичайно, середнього класу. На деяких з них передній номер АН, Донецький електричний. А задній номер ПТН, ПНХ. Всі знають, що це розшифровують, що це означає. Ті люди теж Донбас, вибачте. Давайте про них думати. І думати про тих, хто там страждає. А люди, які не взяли зброю проти України, воюють. Был вопрос, Евгений задал вопрос, территории или люди. Вот знаете, если что-то нам говорит, полных параллелей нельзя проводить. Но Северная Ирландия, долго текущий, жертвами конфликт, нет параллелей. Но когда там произошел прорыв в разрешении этого, когда перестали говорить о территориях и стали говорить о людях, об их правах и об их потребностях. Поэтому я считаю ошибка не... правильное решение, которое нужно будет пересматривать. Мы не можем терять не просто лояльность этих людей. Люди ничего ведь не совершили, преступлений там, обычные люди. И когда говорят, а пусть, чтобы они уехали. Как вы уедете, если у вас единственная там квартира, есть дети, есть старые родители. Куда вы уедете? Мы говорим о масштабах больше 3 миллионов. 3 миллионов. Извините, господа, продолжим в следующей части программы. Реклама исчезла. Еще раз спасибо за аплодисменты. Мы продолжаем очередной выпуск политического ток-шоу «Черное зеркало», которое представляет редакция программы «Подробности». Мы сегодня в основном говорим о ситуации, которая складывается на востоке и юго-востоке Украины после так называемых выборов на территории части Донбасса, которая контролируется отрядами и политическими силами пророссийских сепаратистов. Но прежде чем продолжить этот разговор, относительно коротко хочу несколько слов сказать на другую тему. У нас сейчас, по сути дела, последние дни и часы подведения результатов голосования по выборам в Верховную Раду. Окончательно эти результаты будут, насколько я понимаю, объявлены в понедельник.
Если будут, Охендовский сегодня высказал мнение, что, возможно, впервые в истории Украины вовремя не будут объявлены результаты. Не будут объявлены. Но я понимаю, почему. Потому что есть округа, на которых оспариваются, в том числе через суд, результаты выборов. И вот сейчас это один такой округ, это 38-й округ. 59-й, 38-й? Да, вот 38-й округ в Днепропетровской области, где победил на выборах вроде бы Вадим Нестеренко, первый заместитель главы облдержадминистрации во времена Януковича. Но суд постановил пересчитывать результаты. Вот мы просто записали, коллеги мои, не я лично, там коллеги мои записали с ним короткий разговор. Вот послушаем, что он рассказывает, Вадим Нестеренко. Покажите, пожалуйста, эту запись. Прошедшие на этой неделе две инстанции Днепропетровского административного суда, в которых истец, проигравший кандидат, занявший второе место, всем известный генерал, бывший министр обороны товарищ Кузьмук, обжаловавший это решение. И суд, и первая инстанция, и сегодня апелляция вынес беспрецедентное решение, в котором даже не подтвердил требования истца, истец требовал признать выборы по каким-то причинам несостоявшимся. Суд вынес свое решение, решение о том, что пересчитать, по сути, поставил под сомнение результаты 123 дельничных избирательных комиссий, в которых именно я победил, и оставив в силе только тех 13, в которых победил гражданин Кузьму. Но если таким образом сегодня принимать решение, зачем тогда вообще приходить на выборы? Если бы изначально сказали, что вот это у нас не выборы, а мы назначаем кандидатов в депутаты, мы бы тогда и не ходили на выборы и не занимались этой так называемой псевдодемократией. К большому сожалению, я больше чем уверен, что люди, которые представляют сегодня областную власть, и они, которые находятся на стороне проигравшего кандидата Кузьмука сегодня, прекрасно понимают, что любой пересчет бюллетеней, которые сегодня находятся в ВК, покажет один в один те же самые результаты. Соответственно, их задача простая, простая и понятна. Это не дать возможность их пересчитать. Каким образом, уничтожив сегодня бюллетени любым возможным способом. Вы знаете, сегодня люди, которые представляют товарища Кузьмука, не гнушаются ни с чем. Я не исключаю, что это возможно поджог, воровство, приведение бюллетеней в негодность, в общем, что угодно, для того, чтобы получить в результате невозможность подсчета голосов на 38-м избирательном участке. Сегодня, кстати, ВВК в процессе работы окружной избирательной комиссии проводился обыск, были изъяты все документы, которые там были. Ну, как правило, это неиспользованные бланки таких, вы знаете, в процессе техническом. Их всегда остается после выборов много. Сегодня возбуждено уголовное дело на представителей ВК, которые вели подсчеты сегодня. Сегодня мне, на прошлой неделе мне сообщили о том, что производились попытки давления на суд с целью получить ухвалу на мое задержание и арест. Поэтому сегодня я нахожусь в определенном месте, и поскольку жить по-новому Днепропетровский сегодня это выглядит вот так. Сегодня приходится, знаете, из вопросов безопасности какие-то меры по этому вопросу предпринимать. Ну, понятно. Прямо в 2004 году. Что-то такое, да? Возвращает нас куда-то вот на 10 лет назад. Нет? В 2012-м на досрочных парламентских при Януковиче очень много было подобных историй. Ну, в итоге там 5 округов только осталось, так называемых конфликтов. Проблемных, да? Вы понимаете вообще, что там происходит? Вы что-то хотели прокомментировать? Слушайте, я хотел чуть-чуть не об этом сказать. Нет, вот давайте про это сначала. Давайте о том, что реально представляет сегодня угрозу стране. Вы знаете, вот буквально 2 секунды. Сейчас очень много вновь если политика. Если установлены будут результаты выборов, вновь, каких-то руков, это хорошо или будет, плохо? Все будет установлено. Все будет установлено? Сегодня очень много политиков говорят о том, что нам нужно вернуться к дискуссии о введении военного положения в стране. Я как секретарь комитета по вопросам национальной безопасности и обороны Украины, кстати, который вместе с Кузьмуком в одном комитете находимся, хотел сказать следующее.
Давайте каждый будет заниматься своим делом. Военные будут комментировать военные ситуации, а те, кто занимается социальной политикой, социальные, врачи будут лечить, а учителя будут учить детей. Потому что введение военного положения приведет к тому, что завтра Путин вылезет на трибуну Государственной Думы и скажет о том, что хунта, киевская хунта, которая хотела только Киев, сегодня хочет еще и Москву. И мобилизирует всю свою страну для активизации военных процессов, в том числе на Востоке и так далее. Это будет, мы будем вынуждены признать их агрессором и так далее. Есть решение этого вопроса. И мы в комитете его наработали. И есть у президента этот законопроект. И я принимал участие в его разработке и формировании его концепции. Это решение этой проблемы. Какое, нужно внести какое? Изменения в закон о борьбе с терроризмом в части регламентации проведения антитеррористической операции, туда перенеся отдельные нормы, которые регулируют введение военного положения. То есть максимально дерегулировать и дебюрократизировать все военные решения. Чтобы Яценюк не принимал по 2-3 месяца те решения, которые необходимы для того, чтобы зимой обуть и одеть наших солдат в зимнюю форму. Для того, чтобы не принимались так сложно те решения, которые сегодня так сложно протаскиваются в Кабмине. И для того, чтобы президент, в конце концов, взял полностью всю ответственность за все, в том числе экономические процессы в этой стране. Еще раз подчеркиваю, без твердой руки, жесткой политики и диктатуры реформ в этой стране никогда ничего не будет. В руки ответственность, как он возьмет, если у него несколько стульных рычагов. А вот так нужно расширить нормы, которые регулируют проведение антитеррористической операции. До беспрецедентных полномочий президента. То есть вы хотите выгод военного времени, не называя войну войной. Безусловно. И тогда мы избежим, скажем, усложнения взаимоотношений с нашими европейскими коллегами и фактически блокирования возможности предоставления нам финансовой помощи и военной помощи. Мы так избежим, войны же нет. Мы избежим всяческих других проблем, которые могут возникнуть в связи с введением военного положения, и не будем во внешнеполитическом отношении подыгрывать Путину. Нечто вроде военной диктатуры, если вокруг обрали. Какая разница Путину? Назовете вы это войной, не назовете вы это войной. Он увидит, как увеличивается там обеспечение оружием украинских солдат. Туда стягивается техника. И это не помешает ему точно так же вылезти на трибуну Госдумы и заявить, что посмотрите, что происходит на вот этой условной линии там Порошенко. Да? Они готовятся на нас напасть. Нет, это софистика. В рамках военного и международного в Совете Безпеки вопрос о ситуации в Донбассе. То есть Россия этот вопрос постоянно поднимает. И та техника военная, которая ежедневно заходит на территорию Луганской и Донецкой области, не просто так она заходит. В рамках они военного права и международного права мы, ведя военное положение, должны будем официально признать Россию агрессором. Это исключает возможность кредитов со стороны МВФ и других финансовых институтов, во-первых. Во-вторых, исключает возможности любой другой, в том числе военной помощи со стороны международного сообщества нашему государству и создает предпосылки, теперь формальные предпосылки для того, чтобы Путин ввел или чрезвычайное, или военное положение в своей стране. И два часа нужно будет ему на прорыв. В случае объявления Украине войны, через 6 часов после этих двух он будет в Киеве. Мы не должны делать этих очень серьезных ошибок. Сергей, вам Ольга хочет задать вопрос. Этот вопрос обсуждался в комитете по вопросам национальной безопасности. Я только за то, чтобы повара варили борщ, а военные комментировали эти темы. Нам нужно прекратить популизм на военные темы среди политиков. Каждый должен заниматься принципиально профессиональными темами. У меня абсолютно конкретный вопрос. Вопрос сейчас абсолютно простой. Сегодня, когда украинские войска обстреливаются с той стороны, украинские войска имеют приказ не отвечать и не стрелять. Да? Ребята гибнут, отвечать они не могут. Вы мне скажите, вы как специалист, как назвать ситуацию, та, которая сложилась сегодня, и что нужно сделать, чтобы можно было хотя бы отвечать, когда в тебя стреляют? Эта ситуация называется войной. Войной, где, к сожалению, никто в мире существенно не помогает нашей стране. Я там была. Ни Европа, ни Америка, ни другие страны. Я считаю, что мы должны на нашем фронте дипломатическом в Европе добиться, чтобы каждая немка, каждая француженка,
каждая англичанка просыпалась, включала украинское телевидение и смотрела, что происходит в этой стране. Секундочку, вот я Олега Волошина, который к нам присоединился, он как раз эксперт по международным делам, по всему, что связано с дипломатией. Вот как вам идея, которая только что была озвучена, чтобы каждая француженка, каждая немка, каждая гражданка свободного Евросоюза... Вы должны подталкивать свои правительства помогать Украине. Во-первых, я могу вас уверить в том, что вот у нас несправедливо немного к Германии относится. Сегодня Ангела Меркель является человеком, который просто ее колотит уже, наверное, при упоминании имени Путина, потому что такое количество раз... Ее еще никто не обманывал. Даже Янукович, обещая каждый раз освободить Тимошенко, столько раз не обманул ее, сколько Путин обманул Меркель, обещая каждый раз провести деэскалацию ситуации на Востоке. Это нам не надо трогать бедных бюргеров, которые там заняты другими проблемами. Главное, что руководитель Германии и так понимает эту ситуацию. Другое дело. Как же он ее достал, а? Другое дело, что проблема украинской власти в чем? Украинская власть хочет, чтобы весь мир помог и восстановить статус-кво на Донбассе, который был там по состоянию на 1 марта, условно говоря. Это не будет. Почему? Потому что уже все. Когда Янукович во время эскалации Майдана, тоже все говорили, он тоже хотел вернуться, грубо говоря, до ситуации избиения студентов. А общество говорило, нет, это уже мало, мы уже хотим конституционную реформу и так далее. То есть пока мы не начнем как минимум децентрализацию, как минимум не введем выборы губернаторов, пока мы не покажем, что Украина реально готова отвечать на те реальные запросы, которые есть на Донбассе, Запад не будет за нас восстанавливать, чтобы Порошенко просто мог назначить губернатора в Донецкой области, как мог назначать Янукович или Кучма, этого Запад делать не будет. А восстановить территориальную целостность, да, но на каких условиях? Там федерализация, не федерализация, это надо решать, но что-то надо делать и с русским языком, и со всем остальным. Мы не можем просто вернуться в ту унитарную, управляемую целиком чиновниками из Киева Украину, какой она была до начала конфликта. А вот это у меня факт. Еще один вопрос, Олег. Смотрите, вот мы только что говорили о нарушениях. Вот у нас выступал, в записи мы показали выступление Вадима Нестеренко, у которого в судебном порядке сейчас пытаются забрать... его конкуренты победу на 38-м округе, добились пересчета голосов. Вот как вы думаете, как это воспринимается в той же Европе? Да? Вот, опять какая-то идет... Мне довелось пообщаться с представителем ОБСЕ. 38-й округ, там такая сложная юридическая история. А вот 59-й округ, где до сих пор не закончен подсчет голосов, центр в городе Курахово. А когда было посчитано, насколько я знаю, 82% бюллетеней, вооруженные люди, представляющие один из батальонов территориальной обороны, просто стали вокруг окружкома и сказали, все, мы препятствуем дальнейшему подвозу бюллетеней. А представители ОБСЕ в принципе не понимают. Они задают вопрос, эти люди кому-то подчиняются? Если они подчиняются Министерству внутренних дел или там Министерству обороны, значит эти структуры соучастники. Если не подчиняются, то тогда вообще бардак, да? Причем тут сепаратисты. Вы не можете на собственной территории обеспечить подсчет голосов. Улучшение имиджа Украины в глазах тех самых европейцев, которые, глядишь, план Маршалла могут нам предложить, это никак не способствует. В целом я могу сказать, что мы сейчас балансируем, господин Каплин в чем прав. Мы балансируем на грани между тем, когда нам все симпатизируют, до ситуации, когда просто все придут к выводу, что да, Путин, конечно, негодяй, нарушил все международные нормы права и так далее, но украинцы остаются коррупционерами, неэффективными управленцами, людьми, неспособными навести порядок на своей территории. Одно будет другому не мешать, понимаете? Да. Они будут продолжать твои цены на нефть. Они будут продолжать санкции против России, но они не будут помогать нам. То есть Россию будут давить само собой, но и мы будем себе катиться в ту же пропасть, куда катится сейчас Россия экономически. Это главная проблема. Пока мы не покажем способность навести порядок в собственном доме, что у нас нет частных армий, подчиняющихся отдельным губернаторам, что у нас президент действительно верховный главнокомандующий, а не каждый ему тут в эфире рассказывает, как руководить боевыми действиями. Пока премьер-министр не наведет порядок с валютой и так далее, просто нам не будут серьезно относиться. Потому что что есть в России, еще нет у нас. Там есть власть, которая берет обязательства и выполняет. Другое дело, как она себя ведет, но, по крайней мере, все знают, что если Путин уже четко договорился, и он хочет это делать, он способен обеспечить, что последний солдат выполнит его волю. А у нас этого нет. Президент может хотеть самые лучшие намерения, а на местах ему скажут, мы не согласны, нам не подобается, а кто, мы его не обирали, еще что-то. Вот эта махновщина, это то, что Запад точно не приемлет. Спасибо. Андрей Владимирович, одну штучку, простите, я обещал Андрею Юленко дать слово, он еще вообще сегодня слова не проронил.
Пане, дякую, дякую. Доброго вечора всім. Я хотів би почати, напевно, з того, чого почалася сьогоднішня наша передача, з так званих псевдовиборів. І хотів би сказати, що, в принципі, запустило ці механізми отакої повзучої легітимації цих терористичних утворень ДНР і ЛНР, так званих. Хоча ми прекрасно розуміємо, що ніяких ДНР і ЛНР в природі не існує. Є російська окупація, є російські найманці, є російські гроші, російська зброя. А це все просто такі декорації, які створені для того, щоб навіть ми вже починали вірити в те, що там дійсно щось таке є. Так от, хотів би сказати, що зараз дуже добре, що всі вже констатують, на випередки констатують, що треба скасовувати закони 16 вересня, прийняті Верховною Радою в закритому режимі, і тільки єдина фракція «Свобода» жодного голосу не дала за закон про так званий особливий порядок проведення місцевого самоврядування в Донецькій і Луганській області. Сьогодні вже всі кажуть, що треба ці закони скасовувати. В результаті питань, навіщо було їх приймати? Щоб додатково давати легітимацію цим утворенням? А зараз думати, як це зробити назад? Другий момент. Про те, що зараз всі абсолютно правильно почали говорити, і уряд, і так далі, про те, що треба припинити фінансувати території, які ми не контролюємо. Так це треба було робити ще весною, коли там уже не було реально української влади, а ми продовжили туди мільярди гатити, і фактично розкрадалося це все, і ці всі терористичні утворення за ці гроші існували. Так само треба чітко розуміти. Ви знаєте, давайте так, Туреччина в свій час окупувала частину Кіпру. Що зробив Кіпр? Визнав цю територію тимчасово окупованою. Коли Росія забрала Абхазію, Південну Осетію, що зробила Грузія? Визнала ці території тимчасово окупованими. Що зробила Україна, коли Росія забрала Крим? Визнала цю територію тимчасово окупованою. В цій ситуації єдиний непопулістський шлях правовий в цій ситуації – це визнати території, які на сьогоднішній день на Донбасі знаходяться не під українським контролем, тимчасово окупованими територіями Російською Федерацією. Якщо ми зараз будемо говорити, що там є якась позиція людей, місцевих, з якими треба говорити, це зрозуміло, але повірте, в Донбасі, в Донецьку, я просто хочу нагадати. Укрупнять границю, правда? Дивіться, я про що хотів сказати. Якщо ми говоримо про Донецьк, наприклад, то ми згадаємо, на початку ще березня величезні мітинги, більше 10 тисяч людей, тоді ще взагалі в Донецьку ні разу такі мітинги не збиралися, на підтримку України, жовто-блакитними прапорами, люди казали, Україна єдина і так далі. Не треба казати, що там живуть одні ватники і так далі. Але зараз там просто під дулами автоматів, там неможливо вести дискусію, тому що вона в принципі неможлива. Там зараз окупація, там зараз панують терор і страх. Тому ми маємо просто це зараз чітко назвати цю ситуацію. І ще один момент я хотів би сказати про те, що, зокрема, казав колега Каплін. Я згоден з тим, що треба припиняти популізм і просто гасла, там, що треба гаслами вигравати війну. Я з цим згоден. Але ж, коли ми говоримо про Крим, я дуже трошки знаю те, що було за кулісами цієї ситуації. І що було за кулісами ситуації, коли не було швидкої і жорсткої реакції по Донбасу, коли там почалося. Так от аргументація тих людей, які приймали рішення, теж була така, що якщо ми зараз жорстко зреагуємо, через 6 годин Путін буде в Києві. Так що якщо ми зараз будемо продовжувати цю ж саму логіку, що ми не можемо нічого робити, тому що через 6 годин Путін буде в Києві, він, на жаль, таки буде в Києві. Тому ми можемо його таким чином зараз зреагувати. Андрій, я хотів все-таки спросить о выборах. Вот вы это депутатом стали по мажоритарке, а «Свобода» не прошла. Вы спокойно восприняли свой проигрыш, или у вас тоже есть какие-то претензии по подсчетам, как только что мы слышали по 38-му округу? Звичайно, мы робили відповідні заяви, и це очевидна ситуація для нас, що це був спеціальний проект недопущення «Свободи» в парламент. Ми все одно в парламенті будемо, у нас 7 чоловік мажоритарників, але ж список партій не пущений був свідомо, ми в цьому абсолютно впевнені. І треба так само щодо цих речей, можна подивитися навіть на офіційному сайті ЦВК. Можна зайти подивитися на результати дільниць в Донецькій і Луганській області і побачити, що там середня явка 40%, але там є купа дільниць, там де явка 90%, 85%. Я не знаю, як це може бути, чисто арифметично. А ситуація з мажоритарщиками? З мажоритарщиками можу сказати, от, наприклад, є округ 198. Є округ 198, це Черкаська область. До речі, один з небагатьох округів, де в Черкаській області переміг не екс-регіонал.
там переміг свободівець Сергій Рудик. Але там, як то кажуть, продовжується далі критична ситуація. Там далі йдуть якісь незрозумілі затяжки, суди, йдуть якісь постійні конфліктні ситуації, якісь бандити, хуліганьо, тітушки під ОВК, от третій раз уже міняють голову ОВК, затягують. Тому, на жаль, далеко ще до ідеальності виборам в Україні. Це треба чітко визнати, але ж ми теж повинні чітко розуміти. Якщо ми говоримо от про те, що знову прийшло скільки там людей, які голосували за закони 16 січня. Ви знаєте, ну, я от просто нагадую, як було. Коли приймався закон про люстрацію, який сьогодні вже, до речі, багато хто починає казати, що він неправильний, відміняти треба, це вже починається, як повзуча контрреволюція. Так от, коли приймався цей закон, «Свобода» казала, що туди треба внести норму, що ті депутати, які голосували за закони 16 січня, навіть не мають права балотуватися. На жаль, таку позицію більшість депутатського залу не підтримала. І зараз ми маємо цю ситуацію. Я от просто хотів би завершення вже сказати те, що казав пан Волошин, про те, що треба проводити децентралізацію. Я, ви знаєте, тут є яка проблема. Тому що ви не думаєте, що якщо ви віддасте владу від чиновників в Києві, чиновникам, корупціонерам і феодальним бандам на місцях, то це щось зміниться. Просто ці самі банди, які там далі сидять, ті ж самі кримінальні елементи, ті ж самі олігархи місцеві, ті ж самі всі корумповані чиновники і бандити, вони будуть керувати на місцях. Так що це не є справжня децентралізація. А вот я хотел бы вернуться опять к коллегу Волошину. Вот смотрите, вы говорили про децентрализацию. А вам не кажется, что если вот пройдет децентрализация, и у местных чиновников, местных бюрократов будет больше полномочий, чем у них есть сейчас, то там станет больше беспредела? Вот как вот сейчас там в том же 38-м или там в 59-м округе? Смотрите, господин Ильенко представляет партию «Свобода». Даже в самые же, такие времена, когда Янукович и партия регионов контролировали ситуацию в стране, «Свобода» контролировала Совет в трех западноукраинских областях. Вот и пусть он сам ответит на вопрос, там что, беспредел стал местных феодалов или наоборот, это было как раз отражение того, что люди, например, на Западной Украине, которые категорически не принимали Януковича, могли хотя бы на местном уровне иметь власть, которой они доверяют больше, чем то, которое избрали украинцы в целом. Вот и вся ситуация. То есть, извините, если мы тогда вообще тогда выхода нет, да? То есть, если мы априори считаем любого чиновника коррупционером, тогда давайте просто устроим действительно анархию, и каждый будет кто с автоматом, тот и власть. На самом деле, чем на более низком уровне имеется полномочия, тем, если даже, вот, я не люблю эту народную иллюстрацию, но даже методами народной иллюстрации, грубо говоря, до главы сельсовета добраться проще, чем до министра, согласитесь. Поэтому если действительно вопрос строительства дороги, там открытие школы, на каком языке преподавать, например, в Берегово, где очевидно должно быть на венгерском, правильно? Если это будет решать местная община, это естественно, это европейский путь. Вообще в Европейском Союзе, чтобы все понимали, это я думаю, кто разбирается, тот знает, уровень национального государства максимально размыт. Полномочия отданы либо в Брюссель на наднациональный уровень, либо на уровень регионов. Правительство центрального уровня решает минимум вопросов, по крайней мере финансовых. У нас сегодня ситуация, как действительно никто не знает, вот Донбасс кормит Украину, не кормит Украину, или мы кормим Донбасс. И то же самое касается любого региона, потому что все деньги сначала идут в центр, а потом каким-то образом перераспределяются. Вот именно с этого и надо начинать. То есть, а иначе я просто не вижу никакого выхода. Мы хотим, по сути, пройдя через кровь, через войну, просто вернуться механически в ситуацию, которая была раньше. Это невозможно. Нужно все равно искать какие-то пути, и не только для Донбасса. В чем проблема этого закона? Децентрализация нужна для всех. Давайте попробуем, а там посмотрим. В любом случае, это невозможно без ошибок. Ну, понятно. Да, вот я обещал вам дать слово опять, Константин. Маленькая ремарка просто. Я хотел вас проинформировать, что до августа этого года включительно Донецкая область платила налоги в центральный бюджет города Киев, в центральный бюджет Украины. Бюджетное задание выполнено Донецкой областью на 91%. Потому что в Донецкой области также есть город Мариуполь, есть город Краматорск, где предприятия работают. Стабильно эти предприятия платят налоги. В городе Донецке захвачено областное казначейство. Из-за этого Киев не может перечислить деньги в область, чтобы они дальше пошли непосредственно к людям, которые их заработали. Это действительно большая проблема. Мы как власть обращались, начиная с мая месяца, в Киев и пытались доказать,
главе казначейства. И не может перечислить, извините, я уточняю, даже в те регионы, которые находятся под контролем центральной власти? Весь корень проблем с выплатами состоит в том, что у нас нет казначейства, и что центральное правительство не приняло решение до сих пор о том, где же открыть казначейство в Донецкой области. Это можно сделать в Мариуполе, это можно сделать в Славянске, это можно сделать в Красноармейске, в любом другом областном центре. Однако говорить о том, что сложно сделать или просто желание нет? Это нет желания. На это нет политической воли. В городе Счастье до сих пор больница, врачи не получают зарплаты. Уже прошло больше полугода. Не получают зарплату. Счастье находится на нашей территории, там украинская территория. Я Юрий Деревянко, одну тезу, чтобы меня правильно зрозумів. Товарищ, я так дозволю за того, что Счастье пойдет голосовать на следующие выборы. Сегодня немає украинской влади. Я не мав на увазі Маріуполь, Щастя и так далее. Я мав на увазі ті території, де сьогодні панує бандитизм и російські війська. Оце я мав на увазі. Я не мав на увазі... К сожалению, страдают все. В том числе а це вже питання, чому уряд не зміг зробити те, що ви кажете, оперативно. Це вже інше питання. Учитывая то, что деньги были собраны до августа включительно, люди в Донецкой области имеют право получить все долги по зарплатам, пенсиям, пособиям, потому что это их деньги, они их перечислили, наверное. Ви знаєте, там, де навіть казначейство існує, казначейство зараз працює за такою самою схемою, як працювало за Януковича. Тобто, кому треба, той платить, і тому платить, кому не треба, той не платить. І насправді ми не тільки з казначейством стикаємося, ми бачили коментар по виборам. Я вам хочу сказати, що минулі вибори ми мали такі самі дільниці, де ми не могли підвести підсумки. Це нічого нам не нагадує. Це нагадує те, що той самий закон Януковича, по якому ми обиралися у 2012 році, ми зараз по цьому самому закону обираємося у цьому році. Що це означає? Що змагаються не ідеї, а змагаються гроші. І змагаються гроші не тільки на рівні грошей між політичними закритими списками, а змагаються гроші на мажоритарних округах. Це означає, що одні гроші змагаються з іншими, потім вони пливуть в суд, і суд починає вирішувати, хто більше заплатить. Оця суть цих виборів, які ми маємо сьогодні. І коли ми говорили про те, що треба ухвалити відкриті партійні списки, закон про пропорційну систему з відкритими партійними списками, це б передбачало можливість не тільки конкурувати ідеями, а в тому числі і тими людьми, які... Слушайте, об'ясніть простому чоловіку, що таке відкритий партійний список? Це дуже просто. Це коли ви голосуєте за конкретне прізвище, і ця людина знаходиться... Послушайте, ніхто нікому не мішав відкрити ті списки за німінням закону. Ця людина знаходиться в партії. Давайте я вам поясню. Суть – це коли ви голосуєте за прізвище, і ця людина знаходиться в конкретній партії. Ви одночасно обираєте і прізвище, і партію. І чим більше людей проголосує... А як ви тоді? Це означає, що чим більше ви проголосували за людину, тим ця людина вище по списку. Це означає, що ви впливаєте на те, яке місце в списку вона займає. Давай я скажу простіше. Це те саме, коли ти вибираєш собі дружину і разом з нею тестя і те, що вибираєш. Це те саме. Це що за тестя? Я також підтримую, що нам потрібно відкриті партійні списки, і тоді б не було те, що у нас зараз відбувається. Тоді б грошові мішки не приїжджали б до виборців і не купували їх. Подождите, а якщо от така система, условно говоря, кожна партія видвигає конкретного чоловіка в даному конкретному окрузі? Ні, по списку вони йдуть, а людина йде з независимими самовидвиженцями. Ні, не може бути самовисуванця. Можуть бути тільки люди, які висуваються партіями, вони відповідають за ідеологію партії, відстоюють програму партії тільки. І люди голосують за конкретних людей в конкретних партіях. Це означає, що многі граждані не довіряють партіям на стоп, щоб були такі партії. Ні, нас найбільша проблема в тому, що от я хотів би Ільєнка підтримати, в чому? У нас найбільша проблема... Вони можуть бути партійцями. Ні, почекайте, у нас от є найбільша проблема, що в парламент не потрапило жодної ідеологічної партії. Ні, ви ж списку радикальної партії, але ви не є членом. Ви можете бути висунутим партією, але вас проголосують тоді, і чим більше з вас проголосують, тим ви будете по списку. Я можу сказати, як людина, яка політологію закінчила, немає універсальної системи по так званим відкритим спискам. Кожна країна, яка має оцю систему, вона має свою унікальну. Це доволі складна система, це правда. Але ця система полягає в тому, що ви обираєте не тільки політичну силу, а ви ще впливаєте різними, там є різні варіанти, впливаєте на порядок місць списку. Оце означає відкриті списки. Правильно, правильно. Ви підтримуєте конкретних кандидатів в рамках конкретної партії. Оце означає відкритий список. А варіантів є безліч. Дякую вам за об'яснення.
Я сейчас хотел вернуться к той теме, о которой мы говорили изначально. Вот. А что тем временем на Донбассе и что с ним дальше будет? Вот мы сегодня в очередной раз провели голосование на сайте подробности относительно там, ожиданий, каким Донбасс будет зимой. Вот смотрите, значит, какие варианты мы предложили и какие варианты получили наибольшую поддержку. Больше всего считают, что зимой Донбасс будет голодным, да? Четверть считают, что будет воюющим, да? Независимым украинским думают меньше. Но все-таки вот самый главный прогноз относительно будущего Донбасса, наступающего зимой, то, что там будет голодно. Ну и, понятное дело, холодно. Да. Знаєте, ну я тут абсолютно згоджуюся з тим, що є. Він дійсно, на жаль, катастрофа, але він буде голодним. Я думаю, що в силу певних обставин є дуже багато аналітичних припущень, що він все-таки буде ну, не зовсім не воюючим, але мало воюючим. Назвати незалежним утворення маргінальне, яке є абсолютно залежне від Путіна, окрім якихось там самозваних гетьманчиків, яких потрошки відстрілюють, це смішно. Українським, на жаль, ще ні. Але, що стосується майбутнього Донбасу, давайте зрозуміємо одне. Гуманітарна катастрофа там виникає не через українську державу, не через нас. Визнання це окупованою територією для нас і в міжнародному плані, і внутрішньому знімає певні моральні, принаймні, проблеми, але ми при цьому маємо зробити крок, який, на жаль, зробив попередній уряд і, дуже надіюсь, зробить наступний. Ті люди, які можуть і хочуть покинути Донбас на цей період, з тим, щоб потім вернутися, вони повинні приїхати все ж таки. І бути нормально зустрінутими, не шукати, де їм, як жити. Уряд був повинен зробити хоча б якісь кроки до того, що зробила Грузія в той момент, коли у них появились біженці. Окремі населені пункти, спеціально збудовані, і за міжнародні гранти і тому подібне. З тим, щоб ті люди мали місце, тоді ми можемо до них звертатися і казати, там ви на окупованій території, приїжджайте сюди, ми вас тут зустрінемо, ми вам тут допоможемо. І коротка відповідь, що на Ользі є я закінчую. Все таки щодо воюючої частини. Буду дуже коротко. Річ в тому, що ми не маємо заборони, українські війська не мають заборони стріляти. Були певні обмеження до наших виборів, щоб там не нагнітати ситуацію. На сьогоднішній день, по даних впевнених, 250 бойовиків знищено одним залпом. І це буде продовжуватися. Є пряма заборона на обстріл населених пунктів, де можуть ще залишатися мирні мешканці. Що з цим робити? Ну, є гуманний момент, ми не можемо через нього переступити. І є можливий момент, який буде розглядатися, наскільки мені відомо, що в найближчому часі збільшиться можливість для українських військ ударів на ураження ворожих позицій, тих, які були зараз частково обмежені, але те, що передбачено цими планами, цими домовленостями, і мінськими, і женевськими всіма, без наступальних операцій. Тобто це заморозка. Ви говорите про те, що ми повинні повернути Донбас через допомогу. Просто чіткі цифри, от ви хотіли про це, напевне, сказати. Адресна допомога тим, хто приїхав сюди з Донбасу. Як справи? Ну, ви знаєте, це близько 450 тисяч чоловік. Близько 50 тисяч чоловік зареєстровані як такі, яку таку допомогу можуть отримати. І наскільки я знаю, на сьогоднішній день жодної копійки, яка не може бути вища, здається, 2400 гривень, для того, аби люди зняли собі житло і так, на сім'ю, не виділено. Тож який ми сигнал даємо тим людям, які з ходу приїжджають, тікають сюди, у свою рідну Україну? Слушайте і улыбаєтесь іронічно. Ну, дело в том, что разговор вообще не о том. А готовы? Политики не бредят? Я думаю, что все дело в том, что у меня какое-то чувство такое дежавю. Мы опять возвращаемся к каким-то ссорам. Мы опять обвиняем кого-то, кто-то кого-то обвиняет. Кого-то кто-то что-то не сделал, кто-то не доделал. Скажите этим людям, которые тут проголосовали, те, которые там живут, скажите им, как дальше жить? Почему они должны верить в Украину? Почему у нас нет четко сбалансированной информационной политики, где было бы у нас все рассказано по пунктам, почему они не могут жить в НР, какие будут последствия, какие будут это. Мы об этом ничего не говорим. Мы слышим опять какие-то распри. Люди включают телевизор, они видят, у них дежавю помаранчевого периода. Там, поэтому что самое главное сейчас? Самое главное начать с нуля. Начать объяснять людям, что для них вообще грозит это пребывание? Почему они должны сохранить проукраинскую позицию? Почему многие люди, которые я знаю, они обижены, Киев их кинул? Киев кинул их, забросил, и они еще там живут. Как разубедить? Ну, мы это чуем кучу роков. Никто не хочет слышать Донбасс. Никто не хочет слышать. Давайте не путать лозунг.
Просто. Я не раз читал в прессе, что люди очень удивлены результатами голосования в Мариуполе, что очень много людей проголосовало за оппозиционный блок. А, поскольку я 8 месяцев последние провел на Донбассе, я хотел бы вас спросить всех политиков. Вы приезжали в Мариуполь на период избирательной кампании? Почему вы, Андрей, не приехали в Мариуполь, когда там были выборы? Почему вы, Ирина, не приехали в Мариуполь, когда там были выборы? Почему вы, Андрей, не приехали в Украину, в Мариуполь, когда там положили вас ваша партия, Юрий, простите, ради бога? Сергей, почему не приехали? Нет, я вам отвечу, потому что я была в Луганске и проводила работу по Луганске, поэтому я не приехала в Мариуполь. У меня вся Луганская область Мариуполь была. Мариуполь не приехал ни один чиновник. Нет, на территории Луганской области, которая под контролем Украины. На этих выборах. Оппозиционный блок выиграл, потому что он вел кампанию. Он завесил город бигбордами. Их депутаты общались с людьми, а где были вы? Оппозиционный блок выиграл, потому что он за предыдущие несколько лет натырил денег на эти бигборды и завесил эти бигборды. Если купить можно за деньги их, то можно купить за деньги и вас. Почему вы не приехали к людям? Натырил, это мягкое слово, есть более народное. Люди, к сожалению, не могут. Дело не в деньгах, дело не в бигбордах. Дело в том, что Киев до сих пор не стал своим для Мариуполя. То есть это проблема и для остальной части Донбасса. Потому что они до сих пор чужие, эти люди с оппозиционного блока, они просто им ближе, роднее. Вот это проблема, потому что мы не хотим их принять, мы хотим их понять. Мы постоянно в чем-то обвиняем их и сами занимаемся какими-то вещами, чтобы обратиться. Есть в этом доля правды? Вот сегодня, кажется, годовщина повалення Берлинской стены. 25 лет сегодня. 25 років. От давайте чесно скажемо, ну вже існує якась певна умовна Донбаська стіна. Донбаська стіна. Як зруйнувалася стіна Берлінська? Тоді, коли Німкеня з одного боку, з ГДР, заглянула, умовно кажучи, за ту стіну і побачила, що та інша жінка, яка живе в іншій країні, в європейській країні, з європейськими стандартами, має власний автомобіль, може купити собі сукню за 300 чи 400 євро, 3-4 рази на рік відпочивати їй за своїм дідом. І їм захотілося цих стандартів. От я хочу сказати наступне, що ми повалимо цю Донбаську стіну тоді, коли не буде корумпованих прем'єрів, коли не буде корумпованих міністрів, коли ті, хто вже провокують на якусь огиду їх обличчя на телевізорі, їх не буде. Ну, Сергій, сьогодні ми їм показуємо курс 15, молоді люди, хто так такі молоді, як тут, наприклад, зібралися. Я ще одну речі скажу. Те, що нам потрібно молоді люди будуть будувати нову країну. Ці молоді люди не будуть терпіти прем'єрів, які тирять по 3 мільярди за півроку. И не могут прозвітувати, куда вони діли. Что касается Берлинской стены, она упала, потому что с этим согласилась, с падением Берлинской стены согласился тогдашний руководитель Советского Союза Михаил Сергеевич Горбачев. Помните, за несколько дней до падения Берлинской стены, там, недель, он был, пытался договориться с Хонекером, пытался убедить его в том, что надо начинать восточно-германскую перестройку. Мы повинні провести в Україні. Ви, Михайло Горбачов, сьогодні поїхав в Берлін агітувати за Путіна, розказувати Меркель о том, какой это великий. Ми повинні провести такі Україні такі реформи, щоб в Новгороді, в Ростові, по всій Росії хотіли приєднатися до України, до справжньої кращої європейської країни. І ми такі реформи проведемо. Смотрите, Абхазия, Южная Осетия все равно возвращаться не хотят, да, Ольга? На самом деле уже сегодня много россиян бежит в Украину, бежит за свободой, но еще в прошлой Раде был внесен законопроект об упрощенном получении украинского гражданства для политических беженцев из России. В случае, если они политические беженцы поддерживают Украину, и в том случае, если они отказываются от российского паспорта. Какова судьба этого законопроекта? Он был отправлен на доработку и умер. А на мой взгляд, вот именно те россияне, которые с самого начала российской агрессии поддерживали Украину, это те патриоты Украины, которые вам сегодня очень пригодятся. Все они патриоты справжней России. И патриоты России. Но мы их не принимаем пока. Но пока Украину их не принимаем. Мне потом не даст жизни Сергей Поярков. Он еще ни разу не имел возможности высказаться. Сергей. Да, огромное спасибо за возможность. Я заметил, что вот мы вот пришли к одной теме, которую, наконец, надо обговорить. Об этом говорят все. На самом деле есть иллюзии у политиков,
относительно избирателей, а есть иллюзии избирателей относительно политиков. Это уже прозвучало здесь. Все политики, ну не все, но большинство, которые пришли во власть, они по-тихому очень бы хотели, втихаря, по-старенькому, начать строить свое маленькое Межигорье. Так вот, я хочу разочаровать политиков. У вас не дойдет дело до закупки страусов. Вас срубят на уровне рытья котлованов или фундамента. Они вам не дадут. Этих иллюзий быть не должно. Иллюзия, которая есть у избирателей. В советское время советский избиратель верил, что в Америке негров вешают. Сейчас в ДНР и в ЛНР верят, что пенсию выплачивают ЛНР и ДНР. Была иллюзия, что Донбасс кормит Украину. Наш избиратель похож на девушку, которая ожидает принца на белом коне. Наш избиратель, он сидит вечером и говорит, да что там все эти депутаты, они чисто козлы. Министры придурки, президент никакой, да что они. И вот тут я хотел спросить у избирателя, допустим, на одну секундочку, что это так. Тогда у меня вопрос к уважаемому избирателю. А кто у вас настал в лифте? А кто бросил окурки в песочницу? А кто сжег кнопки? А кто почтовые ящики? Подождите, если ваш сосед плюется сверху, извините, на вас, вы будете кричать «Порошенко! Тут Петр Иванович по беспределу!» Кто этим будет заниматься? Простите, этим заняты не политики. И вот здесь нужно понимать, что избиратель точно так же отвечает за тех, кто у нас выбран в Верховную Раду. Не марсиане выбрали этих людей. И тогда, самое главное, я же был мажоритарщиком по округу. У нас очень странный избиратель. Он продал свой голос за 500 гривен, за 300, за 200, за 1000. И он ждет, что вдруг политик, который купил его голос, будет что-то ему давать. Это поразительно. То есть подожди, если ты продал свой голос, то ты должен жить в дерьме следующие 5 лет. И не предъявляй претензии, что ради тебя, то есть и политик, и избиратель, то есть вы в равной степени... Вы обиделись на своих избирателей? Нет, они в равной степени отвечают за то, что происходит в стране. У нас не может быть такого в стране, что у нас хорошие политики, плохие избиратели. Или хорошие избиратели, плохие политики. Это наше общее дело. И заканчиваю. Когда Путин, прежде чем план А начать осуществлять, он очень классно просчитал. Он понял, что наше государство, как совокупность чиновников, развалится за 2 недели. Но он не ожидал, что страну пойдут спасать люди. Люди спасли страну. И вот это оказалось сюрпризом и для Украины, и для... И еще одну секундочку. Я уверен, что в перспективе, значит, товарищ Путин, он на самом деле содержанка, которая стала быковать против своего спонсора. Его ждет ужасное будущее, потому что фактически Россия живет за счет тех, с кем она начала воевать. Он не Чингисхан. Чингисхан не воевал, собственно, против собственных спонсоров. А это то, что делает Путин. И поэтому мы обречены на победу. Спасибо. Ну, вот как раз некоторые вопросы, которые задал только что в своем темпераментном выступлении, крайне эмоциональным, художник Сергей Поярков, на некоторые вопросы, может быть, даст ответ очередной наш мультфильм. Значит, Ирена Карпа продолжает свой мультипликационный сериал. Прошу вас. Подробности UA and Ірина Карпа представляют. Серія 6. Космогонія ватників. Чистилище. Спочатку наш сталкер думав, що чистилище ватника – це обична хімчистка, куди жена во время ленінського суботника раз в году заносить його фуфайку. Но не тут-то було. Я второе царство воспою, где души обретают очищение и к вечному восходят бытию. Нихуя, Терекон. Чтоб попасть на Терекон, должен пропустить Катон. О, офигенчики, я тоже поэтесса. Да, кстати, это тот самый вахтер, что в свое время Федорыча в свет широкий выпускал. Здорово, Виссарионыч. Ту заводскую проходную, чтоб люди вывела меня. О, местная газета. Молдавия, Грузия, Украина подло напали на миролюбивую Россию и агрессии вынудили ее отнять Приднестровье, Южную Осетию, Абхазию, Крым и Донецк. Кто не согласен с этим утверждением независимой прессы, той на исправительном круге номер 1.
Отут у нас всі ті, кого жабой задавило. Навальний от і всякі різні тілки. Путін, Путін, я теж вважаю, що Крим наш. А всяким різним тілкам точно так же ні спать, ні вистратися не давали другі красиві вещі. У сусідської дури губи більше, Бентлі золочені, леопард позаборістій, муж потолще, да собачка поменьше. Тут у нас колбасятся всякие сериальные актеришки во главе с Поречниковым. При жизни как могли лежали жопу богу пум, но ничего не помогало. Вышли в тираж. И так разгневались, такие были заплаканы от горестной потери популярности, что не видели, куда стреляют. Этих вот особенно жалко. Жадины говядины. Коммунисты в нас застряли тоже в чистилище. На выборах укропских пролетели, что с ними делать? В ад не отправишь, потому что многое не для ватного мира сделали все-таки. Электрификация, репрессии укроповской интеллигенции, джинсы запретили. Но все-таки за многого не спытали в результате. Того в рай их ни один отца Хлобыстин не отмолит. Да и не верили они в опиум для народа. Слышь, ватный Данте, шо? Ты ж на выборы в парламент ДНР сходил? Ну, как же не сходить? И какова ж была истина цель твоего прихода туда? Ну, как же, новая держава, Новороссия. Хуй-восия! У всех голосующих, кто в очередях стоял, благородная цель была. Прикупить все картошечки, брюковки, помидоров. Ну, все, что там в этот день по гривне продавали не больше 3 штук в одни руки. Да я... А ты пошел, бо думав, что там и путаны по гривне будут давать. Не больше, конечно, 3 раз, но на больше тебе и за месяц не хватило б, не выпендрюйся. Так вот эта терраска №7, Моншер, идеальное для тебе место. Ну и, наконец-то, рай земной. Сюда у нас все, кто отработал положенные круги, попадая по горящей путевке All Inclusive. Здесь почти так же хорошо, как у Турции чи в Египте, на котрі ми ватно упуваем всю нашу земную жизнь. После этого рая, конечно, еще высшие сферы, но большинству они нафиг не нужны. Потому что тут для тех, кто бдил духовные скрепы православия, на каждой яблоне росте колбаса, а под каждой грушей отдается вечная девственница, Алина Кабаева, мечта всех ватничков. Реки здесь полны водки, ручьи свежего пива, в якому плескается вобла, а из невидимых динамики игра шансон, и слада ватные души. Не будь читатель у меня преград, писать еще, я бы успел хоть мало питье, сладость вечно пить бы рад. Продолжение следует или to be continue. Немного посмеялись, это было про веселое, а теперь немного о грустном. Вот господин Пореченков был героем прошлой недели, в кавычках, да, с его выходкой и стрельбой в шлеме с надписью «Пресса», якобы холостыми, а на самом деле крупнокалиберными, там, бронебойно-зажигательными патронами. Ну, как бы оценка этому уже дана. А вот на этой неделе... Про другого актера мы говорили, российского, совершенно с противоположным знаком. Это Алексей Девотченко, который трагически погиб в Москве. И вот я как раз хотел бы нашу гостью российскую, Ольгу, спросить. Вы же были знакомы с Алексеем? Мы дружили. Вы дружили, да? Да. Вот согласны вы ли с теми, уже появились... в том числе в интернете, на Фейсбуке, отклики других людей, которые его знали, что очень трудно поверить в то, что это несчастный случай. Ну, на мой взгляд, это абсолютно очевидное политическое убийство. И никто меня в ином не сможет убедить. А почему вы так думаете? Во-первых, понятно, что специальные службы, они по-прежнему достаточно профессиональны. И даже в советские времена прекрасно умели камуфлировать убийства под несчастные случаи, под самоубийство. В случае с Алешей, видимо, они хотели сделать что-то похожее на самоубийство, но у них это не получилось, потому что они сейчас уже говорят, что Алеша в каком-то приступе бился сначала головой об стеклянную дверцу шкафа, а потом об косяк двери. И так 13 раз. Да, и так, пока не умер.
Ну, здесь надо пояснить, кто не знает. Алексей Девотченко, он был не только актером, причем он мало снимался в кино, насколько я понимаю, в основном там играл роли второго плана в разных телесериалах, но он много работал в театре. Он много работал в театре, у него вот, абсолютно гениальный моноспектакль. В Гоголь-центре в последнее время, там одним из самых, так сказать, успешных, популярных московских театров. И он был другом Украины. Он был активистом антивоенного движения, активистом оппозиционных митингов, марша мира, который был в сентябре в Москве и так далее. Мы с ним познакомились еще тогда, когда у нас были марши несогласных. Он был в Объединенном гражданском фронте, в Солидарности. Мы с ним дружили еще с 2007 года. И это человек, мне очень трудно говорить, был, у которого была такая гражданская позиция абсолютно искренняя, и ему невозможно было заткнуть рот. Спасибо, спасибо, Ольга. На самом деле, к сожалению, у нас заканчивается время. Мы следим за ситуацией, за тем, как дальше будет развиваться расследование гибели Алексея Девотченко. И следим за другой ситуацией, которая сейчас тоже чревата огромными скандалами, огромными изменениями там, в соседней России, в Москве, под угрозой закрытия радиостанции «Эхо Москвы». Об этом поговорим в следующую пятницу.